Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting. Что случилось за последний год? Ну, на мой взгляд, революционных каких-то вещей не произошло. Эволюционных достаточно много. Мне кажется, вырос общеобразовательный уровень пластических хирургов, занимающихся реконструкцией, и онкологов, которые занимаются реконструкцией. Стали внедряться новые методики, новые технологии, ну, вот в частности, флуоресцентная лимфография лимфоузлов, индоцианин зеленый, да, который позволяет более щадяще оперировать женщин и, так сказать, не допускать до каких-то серьезных осложнений. Вот появились, на мой взгляд, более щадящие техники установки имплантов. Если всегда раньше считалось, что имплант должен стоять сугубо под мышцей, полное мышечное укрытие и так далее, то сейчас мы ставим импланты под железу или под кожу, и они также стоят, так сказать, есть аспекты, при которых, так сказать, мы это делаем, есть условия. Внедряется микрохирургическое лечение. Раньше диепы, лоскуты, лоскутные микрохирургические техники были чем-то таким уникальным, да, то сейчас это становится почти рутиной. В дальнейшем, я думаю, будет это продолжаться. Это, так сказать, происходит. Новости и тренды пластической хирургии. Мнение спикеров Moscow Breast Meeting.